Ну что, пора начинать. Возвращаемся на второй матч между Evil Genius и Void Boys. Мы пропустили немного пиков, и, разумеется, не просто так пропустили. Я избавил вас от моей немного тухловатой аналитики. По лайнам, собственно, разберемся сейчас, ничего нам в этом не мешает. Для всех, кто только подключился, напоминаю, что это матч между Evil Geniuses и Void Boys. Команды играют в формате Best of 2. Тут две катки, одна победа, один поинт в группе. Ноль побед, соответственно, уходишь ни с чем. В общем-то, на данный момент один балл уже заработали Void Boys и наказали Evil Geniuses. Это первое поражение действительно великого коллектива на данный момент. Одного из сильнейших в мире коллективов. Но Void Boys доказали, что можно с ними играть, и играть с ними самое главное, что нужно. Разобрали на куски к концу игры Сумаила. Молодое дарование, юное, которое столько шуму наделало вообще во всем комьюнити, во всем мире профессиональной доты. И после этого рассказали Фиру, чего он вообще стоит, и наказали, в общем-то, за, я бы сказал, пижонство, иначе это не назовешь. Фир действительно хотел подарить, я думаю, яркую игру своим фанатам и по-быстрому закончить эту катку, но там была Спектра. По-быстрому закончить не получилось, а Спектра медленно, по кусочку, спокойно, динамично, в каждом файте отковыряла по куску игроков Evil Geniuses, а кого-то и целиком съела. Опять же, саппорты погибали просто незаметно. Void Boys на данный момент пикнули уже Акса, пикнули Сларка, Скайрос, Маг появляется и Вайпер в пике. Скорее всего, это будет опять мид Вайпер для Биана. На этот раз решили более надежно сыграть Evil Geniuses. Клок появляется для на сложную. Снайпер отправляется, скорее всего, на мид. Тролль у нас будет фармить. Чен лесной. Ну и одного саппорта осталось добрать команде Evil Geniuses. Void Boys по лайнам, в общем-то, тоже все, что надо взять, взяли. Сларк у нас, скорее всего, отправится в легкую, я думаю. Акс будет стоять в сложной. Ну, Дазла забанили. Еще один саппорт нужен команде Void Boys. Дазл бы, конечно, здесь зашел на ура, но сами Void Boys его забанили, поэтому посмотрим, что будет. Либо это будет 2-2-1, что может быть. Аксу сложной в соло стоять действительно нелегко, тем более здесь тролль Варлорд, который Аксу должен отстреливать, еще и Дизраптор рядом. Ну, в общем-то, по пику ЕГЭ пока что укомплектованы прилично. Станов, правда, нет. Да, станов действительно пока что нет. Там будут какие-то лесные крипы, но то, что нет станов, мне кажется, тут чья-то рука, сами знаете кого. Если не напрямую, то косвенно коснулась пик команды Evil Geniuses. Ну, без станов так без станов. Посмотрим, как будет отыгрывать у нас Чен. И будет ли это ранний пуш какой-то от Evil Genius. Либо, опять же, игра затянется до того момента, когда Void Boys разберут ЕГЭ. Последний пик Spirit Breaker. Mercy Please у нас отправляется на сложную на Spirit Breaker. Pet Soul будет фармить на Сларке. Fly на Аксе. А вот куда денется Fly на Аксе? Может быть, это будет лес, может быть, нет. Пока что непонятно. Что, игроки у нас расходятся. Давайте уберем эту жутчайшую дотопитовскую ерунду, которая у нас обрамила весь интерфейс. Все, возвращаемся в фиолетовый. Приятно глазу. Приятно мне, приятно вам. Приветствую еще раз всех, кто только что подключился. Это студия Игрокам ТВ, у микрофона Друг. Стараюсь кастить для вас наиболее интересные матчи по моему субъективному и вообще по мнению всех, кто нас поддерживает. Join Dota MLG Pro League. Это первый сезон, это групповой этап Америки. Таблицу вы недавно могли видеть, повторять ее не буду. ЕГЭ пока что идут на первом месте. У них первое поражение только от Void Boys в данном случае было. И кроме этого, всех вперед ногами 2-0, 2-0, 2-0 вынесли. 4 встречи у них было, 8 поинтов они заработали. Ну, теперь 9-я встреча случилось не так, как 8 предыдущих. Нашла коса на камень, и Void Boys и были тем самым камнем. По персонажам давайте сразу разберемся, кто на ком у нас отыгрывает. Сларк играет, на Сларке играет Pet Soul, Биан у нас на Вайпере, Омега Паунер на Скайрос Маге, Мерси Плис играет на Спирит Брейкере, и Флай
забирает себе Акса со стороны команды Evil Geniuses. PPD играет на Дизрапторе, Сумаил на Тролль Варлорде, Юниверс играет на Клокверке, АУЮ 2000 на Чене и Фир играет на Снайпере. Сумаил на Тролле, значит, я так понимаю, у нас Тролль отправляется в мид, а Фир пойдет фармить легкую. Немного изменилось мое представление о расстановке лайнов команды ЕГЭ. Так, у нас встреча на руне. Юниверс здесь в коге зажал Флай, а Флай просто не двигается. Ману Флай терять не хочет, при том, что она ему пока не нужна, но, тем не менее, просто Флай постоял и посмотрел, как Клок забирает его, ну, по его мнению, его руну Баунти. На топе руна отошла у нас перед Брейкеру. В общем, каждой команде по руне все по-честному. Переключаемся на Крипстат, что нас действительно будет интересовать в начале этого матча. И посмотрим, что да как будет развиваться. Бьян опять же стоит в миде, но Бьян стоит на этот раз не против Сумаила. Он стоит против Фира. Сумаил у нас отправился фармить в легкую. Сумаилу здесь помогает PPD, Мерси гоняет пока что PPD. Ну, здесь, я думаю, PPD харасить Мерси Плиз должен нон-стоп, потому что Сумаилу действительно нужен фарм, и тут, в общем-то, все понятно, тут объяснять толком нечего. На сложной Юниверс стоит против даблы от Pet Soul и Омега Паунер в лесу Флай. Все-таки, да, Акс у нас переместился в лес, я думал, Акс будет для сложной, но это до появления Спирит Брейкеров в пике команды Void Voices. Акс отправился в лес. Небольшая пауза у нас, и, в принципе, можем разобраться, кто как затарился в начале данного матча. Ну, мидеры разобрали по райсбенду, также их пробустили на танго. Снайпер у нас с чужим танго, ну и вайпер тоже, вайпера тоже пробустили. У Юниверса все, в принципе, по гайду. Учебник по доте за второй класс, стаут-шилд на сложную, куча танго и хилинг селф. Омега Паунер с чужим танго. Ну, скупился, я так понимаю, на варды и на курицу все потратил. В принципе, нормально. И у Pet Soul уже имеется Orb of Venom, есть Stout Shield. Ну и опять же, кремы и мази на подхил, под сейв самого себя. У Spirit Breaker появляется сапог и танго. У PPD, в общем-то, бомжовый набор артефактов. Ничего толком не имеется. У тролля тоже пока что ничего. 600 по голде есть у Сумаила. По прошлому матчу, кто наблюдал, кто вдруг пропустил. Катка была действительно интересная, 50 с лишним минут было сыграно. Фир весьма опрометчиво и весьма нагло поступил по отношению к команде Void Boys. Собрал первым артефактом Радианс на Вивере и за это, собственно, и поплатился. К лейте Фир стал, мягко говоря, бесполезным. Он выключал аппарата, но одним аппаратом, собственно, дота не заканчивается. У команды Void Boys был в пике Вайпер, он и здесь присутствует. Но помимо этого, на легкой очень неплохо отстояла Спектра. Опять же, Pet Soul на ней отыгрывал. Спектра это в итоге развалила всю команду ЕГЭ без каких-либо вообще без какого-либо сопротивления, вообще без каких-то мувов более-менее вменяемых. Начиная минуты с 40-й. Мне кажется, минута 40-й, да, вообще не было вариантов для команды ЕГЭ в плане массовых драк. Сумаил рассыпался просто по КД, прилетал, рассыпался, выкупался, рассыпался еще раз. И повторить, собственно, чем Void Boys и занимались. В итоге Pet Soul всю катку нормально зарешал, без вопросов. Все оказалось проще, чем вообще может показаться игрокам, играющим против Evil Genius. Ну что, у нас возвращается в игру снайпер. Фир переподключился, все в порядке, какие-то были проблемы с монитором, можем вернуться в игру. По крипстатам на данный момент на первом месте у нас Сумаил, дальше Акс, на котором играет Fly, Universe и Фир. Фир на миде. Ну, в общем-то, мидеры идут ровно. Что у Фира, что у у Бьяна примерно одинаковое количество крипов. Тут без особенных проблем. Кстати, снайпер от Фира, я так понимаю, решил полностью уничтожить все тренды, которые имеются сейчас
на снайпера. Я говорю, конечно же, о шрапнели на первом левеле и о фейсбуцах и моме. Хотя нет. Всему свое время мода на снайпера тоже пришла немного попозже к фиру. Шрапнель появилась, без шрапнели снайперы сейчас не играют. Печально, конечно, печально, потому что все это как-то смотрится абсолютно однообразно. Снайпер в пике вообще должен любое веселье игры уничтожать. И, как показывает мой, пускай небольшой, но все-таки опыт, снайпер в катке — это верная тухлятина минут на 40. Ну, глянем. Фир, в принципе, и на вивере должен был быть простым, фармящим и ничего особенного из себя не представлять, никаких необдуманных действий не предпринимать. Но там был Радианс, и он действительно удивил меня, и не менее удивил команду Void Boys. Они поняли, что можно сражаться. Может быть, и сейчас таким вот негативным образом он удивит свою команду, как и в прошлый раз. Но это не ошибка, конечно же, это все обсуждалось. С другой стороны, даже игроки команды ЕГЭ вряд ли могут Фиру что-то в упрек поставить. Понятное дело, что это обсуждалось, понятное дело, что почувствовали преимущество, оно действительно было на ранних левелах. Решили реализовать таким вот образом, выиграть красиво, в итоге плыли-плыли и на берегу дальше по тексту. Ну что, у нас выход на Фира, я думаю, First Blood уже у нас состоялся. Да, забирает первый фраг у нас Mercy Please, Бьян может быть еще и от крипов тут погибнет. Так, бежит 3 хп, 4 хп, все. Умирает у нас Бьян, один в один разменялись игроки обеих команд, причем Юниверс смог забрать этот фраг. Юниверс вроде стоит на сложной, а вроде и мидера забирает. Все, по-моему, более чем круто для Юниверса. У него 9-0 крипстат. На первом месте по-прежнему Сумаил. По-прежнему это, вспоминая прошлую игру. В прошлом матче он там за 400, по-моему, крипстат у него перевалил. Правда, КДА к финалу немножко ущербно смотрелся, потому что умирал Сумаил гораздо больше, чем убивал. Саппорты у нас отходили для Фира, который играл на Вивере. Он занимался, в общем-то, добитием тех, кто отбился от общего стада Void Boys. Ну и всех больных, серых, убогих к рукам к своим прибирал. А Сумаил все, что делал, это умирал по КД. Ульты Сумаила, у которой собрал рефрешер орб. Кстати, там, я так понимаю, не только... Ну, не понимаю, а я вспоминаю, что не только Фир там немного перемудрил с итем билдом. Во-первых, Фир собрал Радианса, а во-вторых, Сумаил собрал как будто таким важным артефактом, собрал рефрешер орб. И когда не было действительно мейн артефактов, таких как Сатаник, по-моему, еще Скади не было, когда Сумаил собирал рефреш, ну, в общем-то, немного лишнее позволил себе мидер команды ЕГЭ, за что вся команда поплатилась поинтом. Ну, естественно, это не критично для команды ЕГЭ, но я думаю, по морали это в любом случае бьет, когда какие-нибудь в каком-нибудь виде спорта, какие-нибудь чемпионы, не знаю, наявнее всего бокс, когда первый раз чемпионы оказываются на полу, потом из этой задницы моральной выбираться не так-то просто. Ну, здесь, в принципе, групповой этап. ЕГЭ, разве ЕГЭ не проигрывали? Нет, ЕГЭ, конечно же, проигрывали. Я думаю, что в данном случае соберутся и вторую игру отыграют попроще, но поуверенней. Ну что, у нас готовится выход. Ауи здесь уже поймали в сетку Бьяна. Сразу же кентавр хлопает по голове Бьяну. Ну что, Ауи в итоге, мне кажется, пожалел, что сюда пришел. Еще один конкассив шот от Скайра Смага. И рассыпается у нас Чен. Чен рассыпался. ЕГЭ вышли забирать мидера команды Void Boys. В итоге потеряли своего лесного персонажа. 2-1 по итогу этого файта забрали порядка 500 золота. Ну, по графикам давайте, кстати, посмотрим. ВБ более 500 выигрывают по золоту. Ну, и по экспириенсу, в принципе, недалеко от ноля двинулись графики. Но, опять же, в сторону команды Void Boys, которые явные аутсайдеры данного противостояния. Это не мое мнение, это мнение любых букмекеров. Это мнение любого вменяемого человека, который примерно наблюдает, что вообще в доте творится. Ауи у нас в лесу, Акс у нас крипов вагрит. А то я услышал Берсеркерс кол от Акса и понял, что, возможно, где-то драку пропускаю. Нет, драк здесь нет, здесь Акс просто разбирается с крипами. Давайте по нетворсу посмотрим. 3000 у Сумаила на легкой, у Пэтсола на легкой 2500. Пока что там без приключений, драк не было. Ну и дальше уже Юниверс расположился. Оффлейнер команды ЕГЭ. Акс на 4-м месте. Это все он из леса вынес. Дальше 2 мидера. Ну, а уже потом
располагается Mercy Please. Ну, разница по золоту не такая большая, разрыв между каждым последующим местом небольшой. В общем-то, можно сказать, что команды идут ровно по расположению, вы тоже прекрасно видите. Красный-зеленый, красный-красный, зеленый-зеленый-зеленый, все. Все, в общем-то, ровно, и графики показывают, пожалуйста, графики показывают, что 0 и плюс-минус 200-250, это вообще не считается, это все несерьезно. В принципе, 7 минут сыграли, можно по артефактам посмотреть, какие вообще обновки есть у героев. Ring of Aquila появляется у Фира, есть Boots of Speed, есть старый Rise Band, который был со старта еще. Получает у нас Бьян в лицо Assassinate, но Бьяну вообще ни холодно, ни жарко. От этого Corrosive Skin, кстати, максит Бьян, ну и пользован атак в 2 уже имеется. Незер Токсин в 1 всего лишь, ну, Viper Strike, понятное дело, юзается. Так, Сумаил у нас выходит на Тауэр. Battle Trance проюзал, ну, здесь Тауэр, в принципе, стоит. Пока что стоит, здесь, опять же, есть Mercy Please, если будет какой-то подсейв, можно будет и подраться. Сумаил половину Тауэра отковырял, плюс здесь еще машинка стоит, лупит. Не собираются, никто. Мерси не собирается в соло драться против Сумаила. Тем более у него 8 левел, а у Мерси всего лишь 5. Там действительно не по шансам. Давайте глянем на легкую команду Void Boys. Universe уже пропушил до Тауэра. Кто у нас здесь? У нас здесь Pet Soul. Pet Soul далеко в кусты отправился. Pet Soul, скорее всего, что-то уже летит. Я думаю, Midas. Да, все правильно. Midas летит Pet Soul. Имеется также Boots of Speed. Ну и минимальные бомжовские артефакты по типу Стаут Шилда и Орпов Веном. Пока без драк. 9 минут уже практически прошло. 2-1 становится счет. Единственный раз у нас выходил Ауи вместе со своими зверюшками на мид. Зверюшки погибли, Ауи отправился вслед за ними. 2-1 стал счет, но пока что 4 минуты ничего не происходит. Что у мидера команды ВБ? У Вайпера имеется Power Threads, есть Rise Band и также Ring of Regen появляется. Куда этот Ring of Regen? А, ну Ring of Regen у нас в хедреску. Бьян, конечно же, вывозит Меку с мида. Все обычно. То SF у нас вывозит Меку, то Вайперы. Кто стоит на миде, тот и собирает Меку. Тоже интересный тренд последнего времени. Но Фир в фазы все-таки пошел, и Фир Макси Шрапнель. Также Take Aim, все понятно. Хедшот в один, Фир просто немного изменил скилл-билд на первых двух левелах. А так, по большому счету, Фир у нас такой же модник, как и все остальные. Омега Паунер, кстати, подошел на мид, возможно, будет выход Фира. Здесь Вижена у команды Void Boys не имеется. Стоит обсервер, но это обсервер принадлежит команде Evil Genius. У нас первый выход на Рошана. Ровно 10 минут сыграли команды, когда ЕГЭ решили отправиться на Рошана. Рошан очень быстро рассыпался. Ну, здесь Кентавр, здесь есть Дикокрыл Потрошитель, здесь Сатир Мучитель, здесь серьезная компания собралась. Ну и на этой пати разобрали Рошана по-тихому. Рошан у нас отходит Сумаилу. У Сларка появляется Power Threads. Ну что, у нас готовится выход на Bad Soul. Так, Bad Soul у нас уходит в кусты. Shadow Dance, если что, есть. У Юниверса нечем больше зацепить. Но здесь все, что можно, в спину полетело Bad Soul. Попытались его застопить. Ну, Pet Soul вообще от бабушки, от дедушки, от всех ушел. Не стал здесь ни с кем разговаривать. И, в принципе, правильно делает. С таким количеством тварей, которые вывел с собой Ауи 20-0-0. Драться, собственно, смысла никакого. ЕГЭ выходят на Т1 по нижнему лайну. А в это время Дабла у нас стоит на миде против Фира. Я думал, попытались Фира забрать. Нет, Фира никто не пытается забрать. Просто стоят и смотрят на него. Ну что, под батл трансом Тауэр внизу падает очень быстро. Возможно, ВБ должны бы чем-то ответить. Потому что время, в принципе, идет. И время тратится на Тауэр. Ну что, у нас врыв Фира. Ульта есть у Мерси. Я думаю, Вайпер Страйк сразу же. Еще и Мистик Флеер на голову Фиру. Бедный Фир. Хорошо, что да, Фир все-таки забрал. У нас не Сумаил забрал Аегиса, а Фир. И действительно, это был плюс. Мерси у нас уходит далеко, в принципе, от Ассасинейта. Но
от смерти не убежишь. Universe подцепил у нас также Viper, Viper отсюда уходит, но в любом случае потеряли Spirit Breaker. Еще один Battle Trans, и команда EG собирается спушивать Т1 по низу. Есть ли чем драться? У Акса 62 по голде, неужели есть даггер? Да, у Акса даггер есть, но он так был нужен в этом файте. Ну, уже нет смысла. Т1 падает, и Биан тоже здесь падает. Аои очень круто отстопил за счет дикокрылов-потрошителей. GG. Ну, это, конечно же, фейк GG. GG Accident, понятно все. Напугал он, я думаю, всех фанатов Void Boys, да и вообще всех, кто хотел посмотреть интересную игру, а игра действительно должна быть интересной. Короче говоря, никакого GG пока что. 4-2 становится счет. Команда EG впереди. По золоту более 5000. Так, у нас отправляется Spirit Breaker. Mercy Please летит на топ. На топе у нас Сумаил будет огребать и, скорее всего, огребет. Во-первых, крипы здесь есть. На Агракса очень хорошо они подходят. И Сумаил по-прежнему получает. Еще и Quilling Blade в башку залетает Сумаилу. Ак забирает первый фраг в этой катке. 1-1-0 у нас кида у Флая. Ну что, по артефактам, наверное, пора уже пройтись. 13 минут. У Дизраптора вообще ничего. Дизраптору гуманитарная помощь, я думаю, требуется даже. Так, Пэтсол у нас отходит в кусты. В кустах Пэтсолу ничего хорошего не ждет. Ну что, здесь попытка сделать тэп-аут, и все у него, в принципе, получается. Через Shadow Dance, в общем-то, Сларк может себе позволить что угодно на карте. Это все понятно, и это пока никто не фиксит. Но, с другой стороны, и так Сларк в ряде вещей проседает очень плотно. Фиксить там смысла никакого. Так, у нас глимсуют назад Mercy Please. Сюда же опять же ульта от PPD. Сумаил вместе с Дизраптором моментально разбирают Spirit Breaker. Для Mercy Please это вторая смерть. 1-2-2 у него кида. Чен отправился в чужой лес. Своего леса ауи мало. Он пришел забирать крипов команды Void Boys. Мимо него пробежал Pet Soul, посмотрел. Угу, тут убивают наших крипов. Угу, да, пойду дальше. Все очень просто. Вот такие вот неагрессивные Pet Soul. Ну, думаю, можно попытаться было напасть на Чена. С другой стороны, посмотрите на количество ребят вокруг Чена. Тут столько бодигвардов, что я думаю, Сларк бы от одних крипов смог бы развалиться без каких-либо вопросов. Наконец-то Pet Soul берет 11 левел, вторая ульта. Уже интересно. После Мидаса, после Power Threads, 1200 на руках у Сларка. Я думаю, что выход готовится в Dagger. Пока игра немного затихла, по артефактам сможем пробежаться. Нет, игра не затихла. Куда отправился Флай? Флай отправился, видимо, и выйдет топоры. Сумаила. Сумаил может врываться, но врывается Universe. Закрывают у нас Флая под батарея Саут. Флай моментально распадается на куски. Непонятно, что Зисяк сделал, но это уже вопросы не от меня к нему, а от всей команды. По итогу этого файта забрали Акса, заработали на нем 450, еще и Акс 269 потерял. 700 в общей сложности. ЕГЭ пока что более 5000 выигрывает по золоту и 2000 по экспириенсу. Все, драки вроде бы все закончились, можно глянуть, кто во что одет. У Сумаила появляется доминатор, есть Яша, есть фейсбутсы. У PPD наконец-то аркан бутсы набомжевались. У Чена есть мека, есть аркан бутс, есть 1000 сверху. У снайпера постепенно выходит у нас фир в Яшу. Есть мом, есть фейсбутсы. Куда вообще без мома и фейсбутсов? Ну что, здесь ульта у нас от Дизраптора. Pet Soul проседает. Проседает очень сильно. Через Shadow Dance попытался отсюда уйти. По-моему, у него это получилось. Продолжается погоня. Hand of God проюзал у нас Чен. Один Сларк у нас сильно битый, но Сларк в драке не участвует. Биян в итоге погибает. Ауи тоже погибает. Мерси здесь закрывают. И под батарея Саут Мерси тоже отъезжает у нас в таверну. 3-1. ЕГЭ подрались существенной разницей в свою пользу. 960 заработали, 316 у нас ВБ потеряли. Т2 по низу 100% падает, дефать его попросту нечем. Pet Soul отправляется в лес. На лайн лучше пока что не показываться. У Флая. У Флая 1000 потрачено на Ogre Club и 500 имеется. То есть 1500 после даггера. ВБ уже... ВБ. Флай, конечно же, уже насобирал. У Сларка мы видели, 2000 на руках. Я так понимаю, выход готовится в Dagger. Либо, опять же, это будет Ultimate Orb и выход в
Eye of Skadi. Но Eye of Skadi очень долго собирается. Я думаю, Сларку... У Сларка есть возможность пару раз еще до этого момента умереть. И Скади отложится до послезавтра. У Скариас Мага ничего, но Скариас Маг, на удивление, мало у нас умирает. Неоднократно я говорил, что этот персонаж меня удивляет количеством смертей. В любой катке, в любом противостоянии, вообще в любом сражении. Просто где-то рядом с руной, просто в лесу. У нас Скариас Маг, такое ощущение, что теряет хп просто от взрывной волны самой драки. Очень мягкий персонаж, сыпется как сумасшедший. Но его дело, конечно же, вкастовать и дальше умирать. Бывает такое, что просто перевожу камеру на руну, здесь стоит Скариас Маг, вроде бы ни в одном файте не участвовал. У Скариас Мага такое ощущение, что уменьшаются хп, потому что там 200-120. Это неоднократно, действительно, я это в стримах наблюдал и акцентировал на этом свое внимание. В общем-то, персонаж, конечно, классный и полезный, но то, насколько он ватный, даже не хочется это обсуждать. Ну что, Флай, в принципе, видит у нас Ауи. Погоня будет ли за Ауи? Так, Мерси у нас переключился с Ауи на Фира. Под Мистик Флэром Фира разбирают. Вот вам, собственно, и ватный Скариас Маг. Моментально под ноги Фиру Мистик Флэр. Там уже разговор довольно короткий. Мерси Плиз здесь отъезжает, скорее всего. Да, погибает он. Один в один подрались. Куда направился Юниверс? Юниверс через хукшот, по-моему, промазал. Никуда ни в кого не влетел. Один в один подрались, разменяли мидера на оффлейнера. 630 в итоге заработали Void Boys. По статистике заработанных денег Сумаил на первом месте. Это примерно повторяет прошлую игру. Сумаила общая стоимость уже до 10 дошла. У него есть Сенджин Яша, есть 1300 сверху на руках. У Флая после Даггера появляется еще и рецепт на БКБ. Имеется Огр Клаб. Ну что, Флай, наверное, заканчивается в данном файте, да, врывается Сумаил под батл трансом, моментально разбирают Акса. ЕГЭ направляются на вражеский Т2. Никто им толком в этом помешать не может. Ульты у спиритбрейкера еще 15 минут нет, да и сражаться смысла никакого. Бьян у нас здесь уходит отсюда, прилетает сюда Сумаил. Сумаил пошел гнать Бьяна. Прекрасный, вообще прекраснейший хукшот от Юниверса. Закрывает у нас Бьяна под батарея с аутом. Бьян просто не бьет. Тут мека, не мека, тут все до одного места, потому что на него нападает тролль-варлорд, который бьет милишно невероятно мощно. Ну и под батарей Ассаут. Там вообще вопросы снимаются с любого персонажа, что примечательно, что батарей Ассаут любого героя, даже самого толстого, на ранних левелах, на ранних минутах, это где-то минут до 25-30, просто разбирает, вообще даже не чувствует. У Сумаила 2600 уже на руках. Появляется форстаф у Юниверса. У Юниверса имеется форстаф, есть Блейд Мейл, есть Транквил Бутсы. Юниверс по золоту топ-5. Топ-4 у нас Флай, мы видели, у него имеется рецепт, но от рецепта пока что толку мало. Надо еще нафармить 1300 до Митрил Хаммера. По чужому лесу гуляет у нас Пэт Сол. В принципе, да, Пэт Сол все-таки вышел в Даггер, не пошел в Скади. Как хорошо я читаю доту. А не пошел в Скади, после Даггера Огр Клаб покупает. Я думаю, что это будет выход в Блэк Кинг Бар. Тут Сенджин Яша, наверное, будет действительно лишним. Тем более, что имеется от кого собирать Блэк Кинг Бар. Тут зацепок много и дамаги много. И опять же этот Баттери Ассаут, от него так сильно проседать, это жесть полнейшая. Пэт Солу надо все это и выйдет, чтобы хоть как-то выживать в драках. Ну что, команда ЕГЭ собралась на миде. Здесь два игрока. Посмотрите, что происходит. Флай фармит чужой лес. Здесь Омега Паунер просто гуляет по чужому лесу. А ему вообще это, мне кажется, законом надо запретить. С его количеством хп и с его количеством дефа. Тем не менее, гуляет по чужому лесу. Просто между деревьями водят хороводы игроки обеих команд. Юниверс отправляется сюда забрать Мерси Плиз. Но они понятия, я так понимаю, не имеют, что за спиной у них ходит Омега Паунер и ходит Флай. Ну, они, я так понимаю, нравится здесь вечеринка. Разваливают големов спокойненько. Блочит спот у нас, я так понимаю, Омега Паунер. Да, блочит спот и уходит отсюда. Еще и Квиллинг Блейдом приговорили курьера. Ноль, конечно, его стоимость, но по морали удар приятный. Немного подрезали ноги команде ЕГЭ. ЕГЭ в пятером, нет, в четвером ЕГЭ. Но здесь тоже Сумаил отвечает тем же. Услуга за услугу. Сумаил отправляется во вражеский лес съедать ваших крипов. Понял Сумаил, что не собирается, он не будет нечего, ему будет точнее фармить в своем лесу. И отправился во вражеский. Теперь и команде Void Boys. Пока что некого забирать в лесу, некого убивать и не на ком зарабатывать. Вайпера 1100 по золоту после меки.
Так, Universe просветил. Просветил low ground. Тем временем Spirit Breaker у нас разорвали, но это немножко попозже. У нас здесь Sumail, Fighty Fly. Нереально проседает по ХП. Бьяна закрыли в коге. Опять же здесь под баттери. Ассаут. Ничего Бьян не может сделать. Он просто гибнет. С рейнджа Sumail разваливает Бьяна. Убивают также у нас Флай. Фир забирает этот флаг. Фраг. Даблкил от него. И даблкил от Sumail. Ребята, видимо, с прошлой игры разозлились. И было действительно от чего разозлиться. В 4 в 0 подрались. В итоге заработали 2000 по золоту. И 1200 потеря со стороны Void Boys. ЕГ начинают дамажить тауэр по миду, и здесь опять же горит тауэр внизу. Тут вообще лоу хэп, на топе точнее, падает Т2 внизу, на миде падает Т2 на топе, можно заходить на хайграунд. Кого у нас куда направляют? Здесь у нас прилетают дикокрылы-потрошители. У Ауи 1000 остается до Аганима, скоро придут совсем другие ребята. Скоро бить их будет просто невозможно, скоро команду ЕГ будет невозможно бить. Когда пойдут в ход древние големы и пойдут драконы. Sumail забирает еще один тауэр. Это Т3 на секундочку по миду. Хайграунд уже. Бараки голые стоят. Sumail у нас ульту от Мерси ловит. И очень жестко рассыпается команда Void Boys. Ульта дизраптора лежит. Акс погибает. Даблкил у нас от Фира. Вот вам и трендовый снайпер. Просто включил мом и стоит разваливать. Даже с лоу граунда. Подсветить есть чем. Трипл килл у нас от снайпера. Ультра килл от Фира. Все, никаких выпендрежных радианцев. Ничего особенного. Просто стою и просто райт кликаю. Пэт Сол приходит в эту драку. Я так понимаю, решил подарить рэмпэдж Фиру. Фир начинает наваливать по Бьяну. Юниверс бегает без МП. Тут батарея саут не подрубить. Еще один удар. Юниверс забирает этот фраг. Рэмпэдж у Фира пока что присутствовать не будет. Но еще одна такая драка, и я думаю, эфир всем все расскажет. У капитана команды ЕГ счет 8-3-5 становится. Сэндж уже лежит в сэше. Сэндж лежит, конечно же, в стэше у Фира, и появляется еще Мейлстром. Ну, под дамаги снайпер вообще проблем ощущать не будет, а вот в ВБ, я думаю, проблемы серьезно испытают. У PPD появляется Point Booster, есть Ogre Club, курица ничего ему не несет, и это хорошо для команды Void Boys, потому что сейчас еще займеть ЕГ Аганим на Дизрапторе, это вообще полнейшая проблема. Pet Soul Black King Bar имеет, но больше толком по серьезным артефактам ничего ему не прилетело. Омега Паунер с двумя нул-талисманами, с Boots of Speed. Ну и на этом спасибо. Хоть что-то себе наковырял. Кстати, что примечательно. У Pet Soul статистика КДА 1-0-1. Он участвовал, в принципе, всего в двух киллах. Хотя, опять же, это кор-героид. Тот, кто должен драться, тот, кто должен наносить дэмэдж. Ну, в последней драке дэмэдж команда Void Boys не наносила. Разве что по чуть-чуть. По-моему, никого, кстати, из ЕГ не забрали. Там 0-4 подрались. ЕГ действительно вздоминировали. И вздоминировали на хайграунде команды Void Boys. ЕГ спокойно себя чувствует. Так, у нас здесь глимсуют, по-моему, Акса. Нет? Да, Акса глимсанули. Акс улетел немного подальше по лесу. Здесь прям в руки Sumail попал. Хотя Чен забрал данный фраг. Умирает у нас еще и Skyros Mag. Клок забирает спокойно Skyros Mag под батарея Саут. Вообще без вопросов. Еще и Mystic Flare в Bloodmail. Вкастовал у нас Омега Паунер. Тут вообще без шансов. Вообще никаких вариантов для Skyros Mag быть не может. Ну что, минус 2. 8-23. ЕГ готовы заходить и сносить бараки. И они это всем своим видом демонстрируют. Нет ни одного Т2 на лайнах команды Void Boys. Это означает, что никто отсюда никуда уходить не будет. Надо возвращаться и дамажить Т3 по топу. Да, так и делают. Просто кто-то это делает сверху, а кто-то снизу готов дамажить. Фиру подниматься вообще никакого смысла. Разгон у нас пошел на ауи. Вроде бы на самого дальнего парня. Но туда еще надо добежать. Mercy, please. Бьется об Kinetic Field и застреет в ульте. Еще и Коги, обалденные Коги от Universe. Он просто вернул его назад, и там Фир смог нормально дамаги нанести. Врыв сразу в двоих от Universe. Продолжается погоня. Очень круто играет ЕГ. Вообще нереально. Sumail Godlike и Wicked Sick у нас от Фира. Минус 4 со стороны команды Evil Geniuses. Вообще не по шансам драться. Ну тут ЕГ действительно не мудрили, ничего не выдумывали. Спокойно взяли своих персонажей, спокойно их реализовали.
Void Boys, я думаю, поняли, что прошлая катка действительно была не сделана ими, а была плодом ошибки команды Evil Geniuses. Ну, перебаковали, перевыпендривались, за это и по щам огребли сразу же. Ну, во второй игре как-то более сдержанно все происходит. Ну, в итоге 27 минут, трон уже горит. Врывается у нас Mercy Please, готов забирать Сумаила, но Сумаил никому отдаваться не готов. Разваливает Pet Solo, разваливает у нас Сумаил также Spirit Breaker, ну и уже под фонтан Сумаил, да вообще, без вопросов. GG пишет у нас Mercy Please, GG пишет у нас Bian, Fly, Universe, короче говоря, поздравляем. Это действительно GG, удивительно, как хорошо сыграли игроки команды Void Boys в первой игре и как сильно они начали сыпаться, когда ЕГЭ просто начали показывать свою доту. Уверенную, спокойную, без каких-либо придумок, без каких-либо наворотов. Все спокойно, все по гайду, учебник по доте за второй класс, третья четверть. Поздравляем ГГ с этой победой, они потеряли один поинт в данном контесте Best of 2. Они заработали одно очко в конце, выиграв у ВБ вторую катку. Ну что, у нас на сегодня заканчиваются эфиры. Это Join Dota MLG Pro League, первый сезон. Еще раз напомню, это студия Игрокам ТВ, у микрофона Друг. Стараюсь сделать как можно лучше для вас. Чаще заходите, у нас должно быть весьма и весьма интересно. Не забывайте заходить в группу. Нам это действительно очень важно, потому что мы всего неделю вещаем. И нам важно набирать поддержку, набирать силу за счет тех, кто нас лайкает, за счет тех, кто с нами начинает этот действительно нелегкий и серьезный путь. Заходите в группу, нажимайте подписаться, ставьте свои лайки под видео данным на Твиче, нам будет очень приятно. Подписывайтесь на канал Twitch, это абсолютно бесплатно, никто с вас ничего не требует. Все делается для вас и все делается не без удовольствия. Еще раз напоминаю, микрофона Друг, студия Игрокам ТВ. Если хотите пообщаться, направляйтесь в контакт или задавайте вопросы в чате. Еще какое-то время буду. Там глядим и что-то новое узнаете, и что-то новое узнаю я от вас. В любом случае, прощаемся мы с вами до понедельника. У нас на повестке тоже Join Dota MLG Pro League. Не помню, либо Азия, либо Европа какой-то из турниров. Ну, какой-то из матчей европейских двух групп. В любом случае, анонс появится. На всякий случай в воскресенье, если вдруг кого интересуют, матчи Join Dota MLG Pro League будут ребродкаститься у нас на канале. И, кстати, есть YouTube, кому, опять же, Join Dota MLG Pro League интересно. Заходите на YouTube, там куча всего, там все моим голосом, там все с моими ошибками, всеми ветрайдерами и всем-всем-всем, над чем вы стебали после первой игры. Все, было весело, было приятно, услышимся немного попозже, до понедельника.